Сегодня мы поговорим об одной из новинок для ухода за кожей лица – конжаковые спонжи. Уникальность этой удивительной мочалки в ее составе. Это 100% натуральное растительное волокно из корня растения коньяку. Аморфофалус коньяк – это многолетнее растение, встречающееся на территории Восточной Азии. Компания Спабель предлагает 4 вида конжаковых спонжей. Спонж натуральный подходит для любого типа кожи. Конжаковый спонж натуральный произведен из диетических волокон конжака без консервантов, каких-либо красителей и иных химических добавок. Это природный антиаллерген, не вызывающий раздражений. Обеспечивает естественное глубокое увлажнение кожи, мягко отшелушивает ее и придает естественный блеск. Эффективно очищает и способствует восстановлению водного баланса кожи и улучшению структуры, эластичности и упругости. Спонж с алоэ вера подходит для чувствительной и сухой кожи. Алоэ вера богата минералами, витаминами, аминокислотами и эфирными маслами, положительно влияющими на дерму. Сглаживает недостатки кожи, подпитывая и увлажняя ее. Главное достоинство этого спонжа – заживляющие, регенерирующие и увлажняющие свойства. Экстракт алоэ вера имеет мощный эффект антиоксиданта. Эффективно противодействует старению кожи и снимает воспаление и раздражение. Спонж с добавлением бамбукового угля. Подходит для ухода за жирной кожей, склонной к быстрому загрязнению и образованию черных точек. Бамбуковый уголь – великолепный природный абсорбент. Он содержит активированный уголь и различные минералы, которые усиливают впитывающую способность. Идеально удаляет лишний жир и спор и сужает их. Подходит для подростков и для людей с жирной кожей, склонной к образованию прыщей, черных точек и комедонов. Микрочастицы бамбукового угля повышают тонус кожи, насыщают ее всеми необходимыми минеральными веществами, а также поддерживают естественный водный баланс кожи, замедляют процесс старения организма. Быстро снимает воспаление кожи, обладает матирующим и антибактериальным действием. Спонж с лавандой подходит для чувствительной кожи. Этот спонж способствует заживлению ранок и рубцов. Благодаря своим противогрибковым и антибактериальным свойствам лаванда эффективна в борьбе с солнечными ожогами, проявлениями дерматитов и других кожных заболеваний. Кроме этого, лавандовый экстракт ускоряет циркуляцию крови в капиллярах, чем создает омолаживающий эффект. Лавандовая мочалка мягко ухаживает за проблемными зонами, освежает и увлажняет их. Также в результате ее использования можно выровнять рельеф кожи, сделать ее гладкой и упругой. Достоинство этого спонжа в том, что он подходит для всех типов кожи без исключения. Такой спонж может использоваться для расслабления кожи перед сном, а также для снятия макияжа. Важно соблюдать правила использования конжакового спонжа. Прежде чем начинать обработку лица, требуется оставить спонж в теплой воде на несколько минут. В сухом состоянии спонж твердый, поэтому его нужно довести до мягкого состояния. А чтобы он впитал больше влаги, рекомендуем помять его руками. В том случае, если для умывания используется какое-либо дополнительное косметическое средство, мыло, гель или молочко, нанести его следует не на лицо, а прямо на мочалку. После этого ее надо как следует вспенить. Протирайте лицо, шею, зону декольте плавными круговыми движениями, имитируя легкий массаж. Всегда начинайте очищение зоны лба и двигайтесь вниз к шее. После использования нужно тщательно промыть конжаковый спонж под проточной водой. Иногда можно обрабатывать его кипятком, чтобы избежать развития грибков. Спонжик всегда нужно очень хорошо просушивать, чтобы избежать развития вредных бактерий. Поэтому после промывания мочалки отожмите ее.
Пожалуйста, будьте осторожны, не скручивайте спонж, так как это может повредить нежные растительные волокна. Просто сожмите его между ладонями и подвесьте за веревочку в темном, сухом и прохладном месте для высыхания. После высыхания размер спонжика уменьшается, он становится более бледным и твердым. Не переживайте, после того, как вы снова его намочите, мочалка вернет свой прежний вид. Один спонж можно использовать не более 3 месяцев. Далее его применение может быть опасным для здоровья кожи лица, поэтому не забывайте вовремя менять его. Напишите, пожалуйста, в комментариях под видео, какой спонж подойдет именно для вашего типа кожи. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на наши группы в соцсетях.